Добрый день, с вами клуб Спотскейп. Сегодня у нас будет обзор модели фирмы Redbox Games Chris SG Chase. Данная модель состоит достаточно простая, у нее есть только подставка и само тело, то есть из одной детали, грубо говоря. Модель очень характерная для фирмы Redbox Games. Это модель эльфийка. Высота ее, в принципе, должна быть 28 мм, что мы сейчас проверим. Да, эта модель является стандартной моделью в масштабе 28 мм. Очень хорошее качество детализации. Мы можем увидеть вот такая лепка на щите, очень хорошо сделана. Есть мелкие детали, хорошо проработана броня. Есть как бы суразность модели. Здесь нету свелих сверху занесенной или же какой-то непонятной сторону отведенной руки. Очень хорошая проработка деталей. Здесь, как и во всей линейке Redbox Games, именно от данных эльфов, есть как бы несколько такой аскетизм или минимализм, однако все равно присутствуют детали очень такой вот тонкой работы. Это очень красивая модель, и ее я очень рекомендую, особенно при той цене, или же даже еще при том качестве, которое предлагается, одно из самых высоких, кстати, качеств отливки моделей в своем классе. Эта модель найдет либо коллекционера, либо для игр D&D, либо же для любой другой игры, которую вы хотите использовать вот данную модель. Это очень хорошая модель, и я очень рекомендую модели фирмы Redbox Games. С вами был клуб Spellscape. Оставайтесь с нами, смотрите наши следующие обзоры.